У вас есть свои виноградники собственные? Oui. Это семейное наследство или вы купили специально для разведения вина? Я вообще никогда ни в жизни ничего не получал в наследство. Мой отец все проиграл в азартные игры, а эти виноградники я купил за счет средств, заработанных на фильмах. А где эти виноградники? На юге Франции, рядом с Испанией. Это в нижней части, около моря. Недалеко от Перпиньяна, в восточных Пиренеях. Понятно. Когда вы последний раз были там, на своих виноградниках, лично? В августе. Я приезжаю туда каждый год, минимум на 2 месяца. И это всегда бывает в январе или в феврале, чтобы вместе с аналогом сделать типажи. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».